بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Задали также вопрос в директе по поводу тех братьев, которые поехали учиться в Саудию, там, в Медину, в Касим, в Ар-Рияд, в Мекку, и задают вопрос. На что, во-первых, обратить внимание, чтобы больше получить пользы, с чего начать, что брать, какие знания брать. Потому что бывает, человек приехал, он хочет все знания взять. То есть некоторые говорят, вот иди к шейхам, там, садись в мечеть Аль-Харам, там ученые преподают. Он арабский ничего не знает, идет, сидит и не понял вообще, что там шейх рассказал. И он, то есть время потерял, так скажем, и не понял, о чем была лекция. То есть я хочу обратиться к тем, которые вот только приехали. Обращайте, первое, возьмите что? Мифтаху аль-Ильм. Ключ к знаниям, это лугат аль-арабия, это арабский язык. Побольше изучайте термины, муфрадат. Чем больше ты будешь знать арабский язык глубже, больше терминов арабских слов, каваид, правила, тем тебе будет легче дальше, альхамдулиллах, понимать религию Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Также обратите внимание на хифз аль-Курана, то есть на изучение Курана. Постарайтесь до того, как вы поступите на факультет, выучить весь Куран. Это, альхамдулиллах, не тяжело, не сложно сделать. Возьмите вот основное, что арабский язык – Коран. То есть вот так вот, «Иннама ль-ильму бит-та'аллум», сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, знания не сразу приходят, а через обучение. Нужно одно взять, второе, третье, параллельно можно, две-три науки, и потом уже, альхамдулиллах, если вы учите весь Коран, у вас, представляете, далили будут, доказательства, аргументы у вас будут здесь, в сердце. То есть вам не нужно какое-то там возвращаться, открывать книгу и так далее. Альхамдулиллах, потом вы будете из приближенных людей ко Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ахлю аль-Куран, ахлю Аллах ва хассату, то есть те люди, ахлю аль-Куран, те, кто с Кураном, кто те выучили Куран, изучали Куран, это приближенные люди Всевышнему Аллаху, субхану ва тааля, сказал имам Шатиби про них, ахлю Аллахи ва сафвату аль-Маля, это приближенные Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, и элита судного дня. То есть первое, год-два там обычно махат подготовительный, перед тем, как человек поступает, студент в кулли, на факультет, вы займитесь этими вещами, изучение глубоко, более глубже изучение арабского языка и изучение Кур'ана. Потом, альхамдулиллах, уже, когда вы будете понимать арабский язык, вы уже сможете, альхамдулиллах, посещать и уроки в Аль-Хараме, если это в Медине, да, там читать книги, лучше будете понимать науку, шариатскую, фикх и остальные предметы. То есть уже не будет такого, что вы пришли к шейху, посидели у него на уроке и не поняли, что он сказал. Вы уже будете понимать, альхамдулиллах, и отсюда будет фаида, отсюда будет польза. Поэтому для тех, которые вот поехали только вот первые годы, год-два, вот две вещи. Делайте акцент на это, на арабский язык и на изучение Корана. Валлаху алейкум.